пожалуйста, приезжайте и смотрите, как сейчас выглядит современное сельское хозяйство. Которые наши вот, геозоны желтым все, и здесь техника, где какая работает. То есть вот, например, мы можем из списка выбрать любую технику, построить трек, и мы видим, сколько он сделал, какие скорости были на контрольных точках, стоял или работал. То есть, наводя на трактор, мы видим, сколько у него в баке топлива. Тут много инструментов, можем сразу измерить площадь, какую он сделал. То есть буквально это занимает меньше минуты. Раньше для агронома надо было, чтобы всех обмерить, сколько кто что сделал. Это полдня потерять, объехать и замерить. Сейчас буквально, если 15 механизаторов, у него занимает это 15-20 минут, не выходя из кабинета. Лучший хлеб России. Награды получили не только производственники, мы, да, но и студенты, которые придут к нам на предприятие в будущем, которые изучают сейчас технологию производства здесь, у нас на практике. Здесь находится 10 роботов. Роботизированная ферма нам, кроме всего прочего, позволяет полностью уйти от человеческого фактора. Данный комплекс еще нам дал большое очень преимущество по поводу качества молока. Животное на данных комплексах, оно не то что живет свое удовольствие, но намного меньше стрессов и намного корове благоприятно здесь находиться. Система приемки молока полностью замкнута, то есть нет соприкосновения человека с продуктом. Ряд линий также полностью в закрытом формате реализуется без участия человека, что
повышает качество продуктов и совершенно иные стандарты качества. Поэтому здесь, конечно, мы видим, что применяются современнейшие технологии, но при этом все-таки ключевым фактором является именно, что это продукт из молока. Здесь вот уже живет учитель физкультуры. Сейчас, я надеюсь, будет жить и учитель математики. Если будет востребован кто-то, например, специалист детского садика, значит, он тоже будет здесь жить. У нас начал заниматься волейбол. То есть проходит у нас на поселке чемпионат по волейболу. Так же самое я возглавляю здесь военно-патриотический клуб имени Героя Советского Союза Медведева. На базе военно-патриотического клуба я открываю сейчас секцию рукопашного боя, бокс. Хочу запустить еще большой теннис. Есть настольный теннис, я хочу вести соревнования по настольному теннису еще. Занимаемся над разработкой хоккея. У нас появилась хоккейная команда школьная.